Коллеги, итак, у нас сегодня вебинар «Когнитивно-поведенческий коучинг отношений». Радость, еще раз выражаю свою радость от того, что вы пришли. Большое вам спасибо, что вы нашли время в пятницу посетить этот вебинар, нашу встречу с вами. Что на вебинаре будет? Знакомство. Немножко поговорим про актуальность когнитивно-поведенческого коучинга отношений. Я буду сокращать КПК, критерии разграничения КПК и когнитивно-поведенческой терапии в теме отношений. Про запросы поговорим, виды и форматы коучинга, доменная модель концептуализации, стадии позитивных изменений, структура сессии, техники, ответы на вопросы. После содержательной части я предлагаю ответить мне на ваши вопросы, которые вы будете писать в чате, и получить от вас обратную связь. Вот такое у меня предложение на сегодняшнюю встречу. И первая наша фаза – это знакомство. Меня зовут Елена Вадимовна Ханина, я когнитивно-поведенческий психолог и коуч, семейный психолог, парный психотерапевт, сертифицированный коуч по стандартам ICF. Работаю в области семейных отношений в основном с парами. Являюсь специалистом команды BCBT, один из преподавателей первого базового курса когнитивно-поведенческого коучинга в нашей ассоциации, в ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Спикер форумов CBT 2022 и 2023 года. И есть еще статья моя, посвященная когнитивно-поведенческой коучингу пар. Она опубликована в сборнике статей CBT форума 2023 года. Коллеги, теперь ваша очередь рассказать о себе очень коротко, буквально несколько слов. Как вас зовут? Откуда вы, из какой страны, населенного пункта, по профессии кто вы, коуч, психотерапевт, медиатор, психолог, кто-то еще по специальности, и какой результат хотите получить сегодня. Можно написать это в чате, Владимир поможет, зачитает ваши ответы. Можно сказать, подняв руку и включив микрофон. У кого есть желание сказать голосом? Елена, скажите, а если писать, то писать Владимиру, я так понимаю, да? Писать в общий... А общего нет. А, ну тогда Владимиру, да. Если тогда пишите Владимиру, он уже зачитает. Хорошо. И первую руку подняла Елена Шицына. Я правильно произнесла фамилию, ударение? Елена? Что-то у меня звук сегодня как-то своей жизнью сам включается, сам выключается. Да, я включила, но потом он отключился. Да, меня фамилию правильно прочитали. Всем добрый день. Меня зовут Елена. Москва, психолог, там за плечами базовый курс, курс «Дети-подростки». Весной закончила КПТ пар с Анжеликой Васильевой. Очень здорово понравилось, начала работать с парами. Ну, по поводу коучинга, вот не знаю, вот от слова совсем, да, то есть коучинг – это вот какая-то вот такая немножко какая-то вот другая вселенная, я туда не погружалась вообще. И вот в свете вот отношений, пар, мне интересно заглянуть вот в это окошечко, скажем так. Вот это моя задача на сегодня. Заглянуть в окошечко именно коучинга, да. Поняла. Спасибо, Елена, спасибо большое. Можете опустить руку. Кто следующий? Елена Синельникова. Я психолог, кандидат психологических наук, доцент, Россия. Город Санкт-Петербург. Какой результат хочу получить? Хочу познакомиться с когнитивно-поведенческим коучингом отношений, разобраться, в чем специфика по сравнению с КПТ, как это работает, может быть, узнать и о конкретных техниках. Это было бы очень полезно и интересно для меня сегодня. Спасибо. Спасибо большое, Елена.
Так, ага, вот здесь ответы есть. Угу. А, психолог. Угу, клинический психолог. Угу. Так, смелее пишите свои ответы, пожалуйста, в чат. Я пока вижу, вот тут немного ответов таких. Или это не все то, что я вижу? Елена, я могу предложить вариант открыть общий чат, чтобы вы его могли видеть, чтобы это не присылали мне. Может быть, так будет проще. Хорошо, хорошо. Наталья, пожалуйста. Да, коллеги, здравствуйте. Меня зовут Наталья. Здравствуйте. Я из Российской Федерации, город Москва. Я психолог, основной подход РЭП, рациональная мотивно-поведенческая терапия Альберта Эллиса. Ну, также у меня есть переподготовка по семейному консультированию, и я работаю иногда и с парами, в том числе, и не только индивидуальная консультирование терапия. И поэтому мне очень интересно понять про отличие коучинга пар от терапии пар и как вообще это осуществляется именно в когнитивно-поведенческом подходе, так как для меня это несет именно практический интерес для моей работы. Спасибо. Спасибо большое. Я предлагаю коллеге тогда написать в чате оставшимся, чтобы мы продвигались дальше. Коллеги, сегодня с нами будет виртуальный такой персонаж Михаил. Он будет с нами на протяжении всего вебинара, и мы будем периодически к нему возвращаться, если вы не против. Вот такой симпатичный мужчина. Михаил, 38 лет, успешный бизнесмен, окружен женским вниманием. Запрос у него – понять, как жениться на такой девушке, которая бы вышла замуж за него не из-за его успешности и финансовых возможностей, а из-за любви к нему. Запомните, пожалуйста, этот запрос. Сейчас мы немножко поговорим про актуальность КПК отношений. Напомню, что вот это означает, аббревиатура, это означает когнитивно-поведенческий коучинг отношений. Во-первых, тема отношений является одной из таких самых часто встречающихся вообще в запросах клиентов. То есть три темы такие очень топовые, можно сказать, финансы, здоровье, отношения. Вот отношения – это одна из этих трех таких ниш. Некоторые запросы эффективнее решать в коучинговой модальности, а не психологического консультирования или психотерапии. Они не требуют подробной когнитивной концептуализации и погружения в глубинные убеждения. Психологи и психотерапевты, имеющие дополнительную подготовку в коучинге, могут расширить свою практику. Клиенты, успешно преодолевшие свои проблемы в рамках психотерапии, хотят решать новые задачи, связанные с переходом в более благополучное состояние. То есть связанные задачи, связанные уже с развитием. Поскольку я являюсь и психологом, и коучем, то есть мне известны и те, и другие запросы клиентов, и знакома с работой и коучинговой, и как когнитивно-поведенческого психолога. И очень интересно вот отслеживать вот эти темы, которые больше подходят для коучинга, и те, которые подходят больше для терапии или психологического консультирования. Мы об этом еще поговорим немножко позже. Вот хочу задать вам вопрос, коллеги. Какие клиентские случаи, связанные с отношением, вызывают у вас, ну, может быть, не трудности, не затруднения, но какие-то вот сомнения, может быть, что можно было бы как-то другим путем пойти? Я приведу список тех трудностей, с которыми сталкивались либо я, либо мои клиенты-психологи начинающие, и хочу вот тоже предложить подумать над ними. Ну, например, клиент обвиняет родительскую семью в своих неудачах в личной жизни, вы прорабатываете детские травмы, но клиент не приближается к своей цели. Второе. Клиент много говорит, рассказывая подробности, связанные с его ситуацией, вы никуда не продвигаетесь. Кому-то знакомы вот такие моменты, кто-то сталкивался, если что-то откликается, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате.
Да, вижу плюсики. Угу, спасибо. Спасибо вам большое за активность. И что предлагает тогда коучинг в теме отношений? Ну, во-первых, он фокусируется на желаемом будущем, а не на травмах, например. Во втором случае, чем поможет нам коучинг? Постоянная сверка с контрактом, с запросом. Другой вид, другой тип трудности. Клиент много говорит о том, что его не устраивает, но не знает четко, чего хочет. Следующее. Клиент говорит об изменениях, но ничего не делает для этого. И тогда коучинг, чем может здесь помочь? Во-первых, это работа в желаемом будущем, в желаемом состоянии, с ценностями. И во втором случае это работа со стадиями изменений, работа с вариантами действий. То есть фокусировка на вот этом именно. Немножко определений. Ну, во-первых, КПК отношений, которые вот я сейчас вам сегодня буду предлагать познакомиться, да, с этой моделью, ориентируется на методологию системного когнитивно-поведенческого коучинга КПКС. Эту модель была разработана Дмитрием Викторовичем Ковпаком и Алексеем Юрьевичем Ёжиковым. Есть статья, соответствующая в сборнике статей CBT-форума. Вы можете с ней ознакомиться, она, по-моему, есть и в электронном тоже виде. Чем отличается КПК-отношения от других направлений коучинга в сфере отношений? Это фокус рефлексии на когнициях и устойчивом поведении клиентов, которые обеспечивают их текущее состояние и которые смогут обеспечить для них стабильное желаемое состояние. Еще одно определение, дальше мы уже перейдем к более интересным вещам. Вот это вот определение, оно, собственно, является определением коучинга, системно-когнитивно-поведенческого коучинга. То есть это вид коммуникативной деятельности, в которой клиент стремится к смене одного благополучного жизненного состояния на другое состояние, имеющее значимое для клиента позитивные различия с исходным состоянием, связанные с достижением поставленной цели и за счет направленной совместной рефлексии постепенного изменения поведения. Причем объектом коучинговой деятельности является субъективно воспринимаемое клиентом жизненное состояние в настоящий момент времени. Вот слово «жизненное состояние» здесь такое ключевое, потому что дальше работа будет как раз вестись именно с состоянием клиента. Либо с желаемым состоянием, либо с исходным состоянием. Коллеги, какие чаще всего звучат в запросах отношения? Супружеские отношения, отношения между друзьями, романтические отношения, отношения между взрослыми родственниками. И говоря про коучинг отношений, я буду иметь в виду вот именно эти, именно такие отношения. Кратко пройдемся по критериям разграничения коучинга и КПТ отношений. Итак, критерии – это роль специалиста. Если в когнитивно-поведенческом коучинге это все-таки больше осознанный наблюдатель, в терапии это больше эксперт. Характер взаимодействия специалистов и клиентов. В коучинге – это субъект-субъектное взаимодействие, в КПТ – это все-таки в какой-то степени субъект-объектное взаимодействие. А клиенты в коучинге – это ведущие субъекты коучинговой деятельности. В терапии – это больше объект для интервенции специалиста, ну, по крайней мере, в преобладающем числе случаев. Авторство желаемых изменений в жизни клиентов принадлежит в коучинге самому клиенту.
в КПТ отношении психотерапевт – это, в общем-то, соавтор или проводник, человек, который может содействовать прогрессу клиента. Первичный субъект концептуализации в коучинге отношений – это сам клиент, и в КПТ – это психотерапевт. Характер запроса клиента. Вот это очень важное такое тоже отличие. То есть в коучинге это развитие, в терапии это помощь в решении проблемы, в том числе и серьезной. Рассматривается как деятельность. Коучинг это направляемое, управляемое клиентами, а не коучем, и совершаемое в интересах клиентов. Деятельность в терапии – это частично управляемая и направляемая терапевтов. Но с терапевтом и совершаемая, конечно, в интересах клиента. Режим специалиста тоже очень важно. И как раз это один из навыков – удерживаться в том режиме, который преобладать должен в коучинге. Два режима мы разделяем. Это режим, ориентированные на позитивные изменения, и режим коррекции дисфункции. Про режимы подробно говорится на курсе системного когнитивно-поведенческого коучинга. Свойства проблемы. Свойства проблемы, она возникла недавно или возникает лишь время от времени. Это то, что касается коучинга. То есть коучинг работает с проблемами, есть такой сфокусированный, проблема сфокусированный коучинг, но есть вот такие свойства проблемы, что она возникла недавно или возникает лишь время от времени. Уровень дистресса от легкого до умеренного. Проблема ограничена конкретным типом ситуации или аспектов жизни. И клиент не занимает защитную позицию по отношению к проблеме. Это то, что касается проблемы. Вот такие основные критерии. Об этом это есть возможность с этим более подробно разобраться уже на наших практиках и на курсах обучение коучингу. Я сейчас обозначила тезисно, в чем вот границы такие. Коллеги, коучинговые запросы в теме отношений. Вопрос к вам. Есть такой, давайте немножко поиграем. Вам будут представлены клиенты, их запросы, и я прошу вас выбрать один из ответов и поставить в чате две цифры, соответствующие номеру случая и номеру ответа. То есть номер ответа – это единичка, это запрос на коучинг, по вашему мнению. Второй – это запрос на психотерапию, по вашему мнению. Вот сейчас не бойтесь написать правильно, неправильно, вот по какому-то вашему такому чутью, что называется, профессиональному. Итак, первый случай. Игорь, 28 лет, работает, есть девушка. Когда он уходит встречаться с друзьями, она очень эмоционально реагирует. Начинает ему звонить постоянно, пока он находится на встрече. По его словам, в общем, выносит ему мозг. Елена, у вас отключен микрофон. Елена, вас не слышно, у вас микрофон. Елена, нажмите, пожалуйста, на кнопочку микрофона, чтобы вас было слышно. У меня почему-то написано, что организатор отключил мне микрофон.
Нет, я вас не трогал. Хорошо, значит, это Елена, стихийно ну, произошло. На секундочку перебью, у нас там просится какой-то хорс. Не будем рисковать пускать или пустим? Ну, я не знаю, кто это. Есть возможность посмотреть список участников? Я, к сожалению, да, нас, те, которые... не дошел. Ну, я написал, чтобы поставили Фил. Если поставили, тогда пустим. Угу, хорошо, спасибо. А, коллеги, слышно ли было про запрос? Да? Я говорила о том, что запрос, как ему нужно с ней выстроить взаимодействие с девушкой, чтобы это снижало уровень напряжения в их отношениях и чтобы он не испытывал чувство вины после встреч с друзьями. Коллеги, еще раз напоминаю, да, свою просьбу. То есть поставить в чате единичка, это номер кейса, и следующая цифра – это ваш ответ. Единичка – это, напомню, это запрос на коучинг, и двоечка – это запрос на терапию. Единичка, единичка, один, два. Так, кто-то... Угу. А вот интересно, тот, кто... можете по одному кто-то прокомментировать? Вот две руки поднимите, пожалуйста, у кого 1-1 и у кого 1-2. И голосом я попрошу вас прокомментировать вашу позицию. Так, пожалуйста, Елена Синельникова. Ну, я поставила терапию, потому что здесь как раз вот дисфункции, то есть он испытывает чувство вины, когда встречается со своими друзьями. У них высокий уровень напряжения в отношениях, поэтому вот я поставила так. Угу. То есть вам кажется, что это больше на терапию? А, ну, я, конечно, не знаю, какие там будут следующие запросы, но если... Угу. Именно чувство вины там, то и все, то это пока не uh-huh. uh-huh. Например, там, ну, некоторые uh-huh. вот, хотя хорошо. Про континуум, безусловно. Да, хорошо, спасибо вам большое. У кого 1-1, пожалуйста? Так, Наталья. Да, у меня был 1-1, но я написала, что можно работать и в формате терапии. На мой взгляд, здесь можно просто по двум направлениям идти. Если в коучинге, то мы фокусируемся на его цели, на выстраивании взаимодействия с ней, да, именно uh-huh. как взаимодействие, да. А если в терапии, то как раз работать, как Елена сказала, с этим чувством вины и почему, в принципе, происходят такие ситуации, потому что они почему-то запускаются. Там можно идти в глубину и смотреть именно с точки зрения терапии. То есть uh-huh. для меня это такой запрос, он подходит и там, и там. Вопрос, что хочет там клиент. И с ним да, Наталья. Uh-huh. Наталья, спасибо большое. Uh-huh. Да, очень интересный ответ. Спасибо вам большое. Елена, спасибо большое. Остальные ответы в чате остались. И мы можем посмотреть в чате, сколько за... коучинг, сколько за терапию. Один, ну, где-то поровну, мне кажется. Сейчас не берусь подсчитывать. Угу. Да, вот кто-то пишет, но можно и в формате терапии работать. Верно, да. Хорошо, второй кейс. Маша, 23 года, замужем, сейчас находится в декрете. Хочет построить бизнес по организации семейного досуга. Хочет понять, как совмещать свои семейные обязанности с профессиональным развитием. Пожалуйста, ваши ответы в чате. 2 и 1 – это коучинг, 2-2 – это терапия. Два, один. Да, здесь более дружные такие ответы. Угу. Ой, 2-1 написано. Почему ой? Так. Хорошо, хорошо. Так, еще ответы, пожалуйста. Угу, угу. Здесь прям такое единогласное мнение, что это на коучинг.
Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Третий кейс. Так, я сейчас... Дмитрий, 44 года. После смерти мамы хочет найти жену, которая бы о нем заботилась. Пока мама была жива, эта идея не приходила ему в голову. Да и мама не одобряла его многочисленных знакомых женщин. Сейчас же те, с кем он вступал в диалог на сайте знакомств, быстро прекращали с ним общение. Он хочет разобраться, какие его качества мешают построить личное счастье. Коллеги, пожалуйста, ответы ваши в чате. 3-1 и 3-2. Так, 3-2 прям, да, все прописали дружно-терапию Дмитрию. 3-2. Коллеги, спасибо. Кто-то может прокомментировать голосом? Пожалуйста, поднимайте руку в реакциях и можете прокомментировать, почему здесь вы видите, что это терапия. Нет желающих? Так, Наталья, активная, да, активная позиция. Это да. Для коучинга прям очень самое то, да. Наталья, пожалуйста. Да, но я здесь вижу тему сепарации, непроизвестной сепарации с мамой. Травматические события. И, конечно, пока человек не разберется со своим текущим состоянием и с прошлым, и не отпустит какие-то процессы, да, не выйдет на какую-то взрослую позицию, то ему будет сложно выстраивать эти взаимоотношения. Плюс там есть тема самопринятия, самооценки, самоценности. И, в принципе, такого психологического взросления. Поэтому здесь больше запрос сначала на терапию, и потом уже в финальной части работы можно перейти к коучингу. Да. Спасибо. Поддерживаю вас. Спасибо большое, Наталья. Елена. Ну и, естественно, жена, которая бы о нем заботилась, то есть жена как замена мамы. То есть там не приходило в голову, а мамы нет, заботиться некому, вот хочу себе найти маму. И тогда как бы... Да. Да, спасибо. И это запрос, вы написали, что это запрос на... Терапию, естественно. На терапию. Угу. Спасибо большое. Следующий кейс, у нас всего 5 их, Диана и Олег, вот эта пара, 42 года и 46 лет, сын 18 лет и дочь 14 лет, супруги в браке 20 лет, оба воспринимают свои отношения как тяжелые, постоянные конфликты, разные взгляды на воспитание детей, на то, как проводить свободное время, на общение с родителями. Была измена Олега 3 года назад, которая до сих пор вызывает боль и чувство обиды у Дианы. Запрос. Найти взаимопонимание, найти способы решать мирно разногласия, возможность сохранить брак ради детей. Коллеги, 4-1 или 4-2? Что вам кажется более подходящим? Какая модальность более подходящая для этого запроса? В чате, пожалуйста, ставьте свои ответы. Так, 4-1, здесь мнения разделились. Угу. Вот сейчас я попрошу голосом поделиться тем своим видением того, кто поставил 4-1, если можно. Пожалуйста, посмелее, здесь все свои, что называется. Можно высказывать все, что приходит в голову. Добрый день. Добрый день, Марина. Я поставила коучинг, потому что сама формулировка запроса – найти способы, да, найти возможности, то есть каким образом мы можем прийти к новому поведению. Да, есть старое поведение, но есть запрос на новое поведение, и нет понимания, как его пока выстроить. Мне показалось, что это коучинговый запрос. Угу, спасибо. И тогда слово, Марина, спасибо большое, и слово тому, кто поставил 4-2.
пожалуйста, тоже посмелее. Здесь можно все, любые идеи, любые предложения. Почему терапия? Как вам кажется? Так, Наталья, пожалуйста. Наталья Самсонова. Ну, я считаю, базовое то, что они оба свои отношения воспринимают уже как тяжелые. Угу. Есть уже травмы, которые они нанесли друг другу. И плюс есть дети, которые в этом, ну, в некотором смысле участвовали без, ну, против своей воли. Поэтому это терапевтический запрос, я так думаю. Угу. Угу. Да, спасибо большое, Наталья. Да, я бы обратила внимание, что несмотря на то, что сформулировано, казалось бы, да, найти способы, что-то такое, найти решение, но вот маркером здесь что может быть? Тяжелые постоянные конфликты, которые уже, ну, по всей видимости, не один год длятся. Разные взгляды. Здесь я бы отнесла это больше к запросу на терапию. Но в коучинге тоже можно, в коучинг тоже можно брать такие запросы, но надо смотреть и по беседе, по первоначальной, может быть, предварительной беседе, вот эта предкоучинговая, предсессионная стадия может показать все-таки, что здесь больше коучинга или терапии может быть полезно. Могут быть и решения такие, что вначале вы работаете в терапии, потом переходит уже в коучинг. Вот о чем говорила Наталья Загодина. Хорошо, и последний кейс. Это Анна, 32 года, внешне привлекательна, как вы видите, успешна в профессии, есть отдельная хорошая квартира, финансово обеспечена, хочет выйти замуж, но не находит время для свиданий. И, соответственно, запрос понять, как найти баланс между своими сферами жизни, расставить приоритеты, чтобы нашлось время для свиданий. 5-1. Угу. Так, 5-1, 5-1. Наталья топит за терапию, Наталья Самсонова. Двоечка тут все равно есть. Ага. Так, 5-1. Ну, здесь больше за коучинг, да, большинством голосов. Я бы сказала, что здесь все-таки коучинговый запрос. Если сейчас кто-то хочет прокомментировать свой ответ? Есть желание? Так, Елена, да, пожалуйста. Комментировать, то есть, конечно, запрос однозначно выглядит как коучинговый, но здесь надо понимать, что когда мы с Анной начнем работать, может показаться, что у нее есть какие-то страхи, например, связанные со свиданием или с построением долгосрочных отношений, которые она не осознает, и в связи с этим она вот говорит, что я очень занята, я там очень много работаю, у меня там нет времени. То есть надо быть готовым к тому, что могут быть какие-то подводные течения, с которыми она тогда тоже нужно будет. Да, спасибо, Елена. Такое действительно может быть. Мы сейчас пока смотрим на предварительном этапе, вот что это больше похоже, на коучинговый запрос или на терапевтический. Но, конечно же, уже коуч понимает уже, когда работать начинает, что все-таки, что здесь все-таки про терапию или про коучинг. И если это все-таки больше какие-то терапевтические такие задачи нужно решать, он, конечно, об этом должен вынести на уровень осознания и обсудить тогда с парой, ну или с клиентом, с индивидуальным, обсудить это и уже обсудить вопрос о том, чтобы перейти все-таки в терапию, перенаправить его к другому специалисту, который занимается уже когнитивно-поведенческой психотерапией. Спасибо. Спасибо, коллеги. Так, и вот вы сейчас немножко потренировались, немножко размялись. Ой, простите, Наталья Самсонова, по-моему, руку, да, поднимала. Да, пожалуйста, скажите.
прежде чем мы перейдем? Я, конечно, обратила внимание на возраст, 32 года, и отсутствие, ну, как исключительно как отсутствие навыка, да, например, это уже нельзя рассматривать. Вот, поэтому я считаю, что и терапия, скорее всего, тоже понадобится. Хорошо, спасибо большое. Может быть, что выяснится, что и понадобится. Но вот по первоначальным таким впечатлениям, все-таки это больше, на мой взгляд, это больше коучинговый запрос, но как вот мы и говорили сейчас, да, Елена тоже объясняла свою позицию Синельникова. Потом может действительно что-то вскрыться такое, что будет говорить больше о том, что это здесь более эффективно будет терапия работать. Коллеги, признаки коучингового запроса. Да, сейчас вы потренировались на таких, на кейсах, но есть признаки, выявленные. Сейчас, извините, закрою чат. Признаки, которые удалось сформулировать в процессе работы с клиентами. И это какие признаки? Во-первых, признаки коучингового запроса. Это направление именно развития. Коучинговый запрос, это может быть процессным, да, какой-то запрос. То есть, например, не просто куда-то мы хотим переместиться или чего-то конечного достичь. Мы хотим жить на природе. То есть это такой процесс. Хотим жить на природе, при этом комфортно. Широта специфических признаков, особенности состояния при изменениях. Цель имеет внутреннее значение. Цель коррелирует с ценностями клиента. И промежуточные действия самоценные. Клиенты готовы к интеграции действий в жизнь. И активно в отношении цели. Я бы выделила вот здесь два таких критерия. Эти признаки были обозначены и при определении когнитивно-поведенческого системного коучинга, но это распространяется и на отношения тоже. То есть направление должно быть развитие в основном и клиенты активны в отношении целей. Это очень важно. Клиенты готовы чем-то жертвовать ради достижения вот этой цели. Признаки коучингового запроса сфокусированы на проблеме. Проблема возникла недавно и возникает лишь время от времени. Об этом уже я упоминала. Уровень дистресса не выше легкого. Проблема ограничена конкретным типом ситуации. Клиент не занимает защитную позицию. И клиент готов направлять внимание на проблему и менять свое отношение к ней. То есть, да, то есть мы говорим о чем? Что в коучинге тоже может быть такое направление проблемно-ориентированное, но это какая-то недавно тянущаяся проблема, она носит ограниченный характер, распространяется на какое-то ограниченное количество ситуаций, круг ситуаций. Тогда мы можем брать это в работу. Фокус коучингового запроса. Когнитивный, эмоциональный, поведенческий, функциональный. Ну, когнитивный. Хочу лучше понимать, да, своего партнера. Хочу понять, как могут развиваться наши отношения дальше. Хочу понять, как развиваться профессионально, находясь в отношениях. Эмоциональный. Хочу чувствовать себя спокойно в отношениях. Хочу получать радость от отношений. Поведенческий. Хочу уверенно вести себя в общении с мамой, партнером. Хочу научиться предотвращать конфликты или мирно разрешать их. Функционально. Хочу успешно выйти замуж, создать семью. Также, коллеги, можно разделить запросы по стадиям развития, вот, например, романтических отношений. Это работа с клиентом на стадии поиска партнера для отношений, на стадии знакомств, ухаживания.
Потом работа уже над построением отношений, созданием семьи. Работа с клиентами, находящимися в начале отношений, совместной жизни. Работа с клиентами продолжительное время, состоящими в отношениях, в браке. То есть это люди, которые живут супруги по 15 лет вместе, по 20 лет вместе. Работа с клиентами на стадии, к сожалению, завершения отношений. Но не всегда это, к сожалению, иногда это может быть и к счастью для обеих сторон. Форматы и виды КПК отношений. Что тут можно сказать про формат? Может быть индивидуальный, то есть работа с одним человеком на тему отношений. Может быть парный, то есть как раз вот когнитивно-поведенческий коучинг пар. Вот мой доклад и моя статья есть как раз на CBT-форуме. Я выступала как раз с этим докладом и в 2022 году, и в 2023 по технике рассказывала когнитивно-поведенческого коучинга пар. И статья моя тоже можете ознакомиться, если будет у кого-то интерес. Групповой формат, когда несколько человек, несколько клиентов работают над схожим запросом. По типу желаемых изменений, сфокусированные на развитии, сфокусированные на проблеме. По вариантам структурирования сессии и продолжительности контракта. Это могут быть однократные сессии с разными запросами на тему отношений. Краткосрочные контракты, долгосрочные контракты, то есть это 6-9 месяцев, 12 месяцев. Коллеги, если сейчас вот на этой стадии нашего вебинара есть ли какие-то вопросы, потому что мы сейчас переходим к такой очень важной теме, к доменной модели концептуализации, и, собственно, это составляет вот стержень работы в когнитивно-поведенческом коучинге отношений. Если есть ссылка, так, сейчас я прочитаю. Да, хорошо, ссылочку я дам. Это спрашивает Марина. Да, Михаил. Допустим ли коучинг без терапии? Михаил, в каких случаях, смотря, если требуется клиенту терапия, и он пришел на коучинг, но там явно есть или какой-то диагноз, да, то есть там коучинг, где будет бесперспективен, конечно, коуч должен осознавать вообще рамки своей компетентности и перенаправить уже к тому специалисту, который будет более полезен для данного клиента. Хотя есть некоторые подходы, которые, в общем, работают в коучинге с любым типом клиентов. То есть тут важно, насколько есть у этого коуча конкретного, есть компетенции развитые, психотерапевтические, да, например, потому что вот может быть коуч, который может быть и понимает их психотерапии, имеет подготовку психотерапевтическую, он еще и коуч, то ему будет легче вообще говорить, в какой предложить модальность, во-первых, этому клиенту, в какой полезнее будет работать, и потом перейти уже, например, начинать в психотерапевтической модальности, потом перейти уже в коучинговую модальность, либо сразу перенаправить к знакомому психотерапевту. То есть ответ мой такой, что не во всех есть случаи, когда в коучинг, я бы не рекомендовала брать вот во всех случаях там, где требуется психотерапия. Елена, пожалуйста,
Михаил, извините, да, я не спросила. Вот я ответила на ваш вопрос. Хорошо. Елена Синельникова, пожалуйста. У меня вопрос, продолжение вопроса Михаила как раз. Если у нас есть специалист, который грамотный КПТ-терапевт и также коуч, и приходит клиентка, ну, например, там Анна или вот наш герой из самого начала. Начинаем работать в коучинге, дальше выявили какие-то психологические проблемы. Ей или ему обозначаем, что сейчас вот мы переходим в терапию, там проработали в терапии, дальше возвращаемся в коучинг или параллельно работаем, то есть они там работают над построением отношений, а параллельно мы с ними еще прорабатываем их психологические проблемы. То есть мне хотелось бы, вот, ну, поскольку ну, у меня тоже как бы как психологическая там в КПТ, вот интересно, как вот это было бы интересно строить вот именно так с такими клиентами, мне хотелось бы вот узнать, как это на практике работает. То есть, если вот еще раз обобщить ваш, еще раз попробуйте вопрос еще задать одним предложением, да. Совмещение терапевтического и коучингового режима в работе одного специалиста, как это выглядит? Да, значит, совмещение режима, это не есть полезно, можно это делать в определенной последовательности и обязательно вынося на уровень обсуждения и обсуждать переконтрактацию с клиентом. То есть это не так, что я, если у меня есть подготовка и коуча, и психотерапевта, я буду это как-то смешивать и в одну кучу и помогать вот каким-то миксом таким, да, клиенту. То есть если требуется, я вижу, если у меня есть подготовка и такая, я вижу, что сейчас на данном этапе требуется именно психотерапия, я тогда об этом скажу клиенту, вынесу это на уровень обсуждения, и тогда мы говорим о чем. Если я буду одна, да, в одном флаконе и тем и другим, то есть я предлагаю вначале психотерапию, потом после успешного завершения психотерапии, тогда мы можем перейти, заключить контракт уже на коучинг и уже работать в коучинге. А можно еще тогда спросить? Вот, предположим, этот наш герой, как его там, Михаил звали? Михаил, да. Михаил, например, к вам пришел. Вот с таким запросом. Вы начали работать. Оказалось, что у Михаила там определенные проблемы. Но ему нужна терапия. Значит, Михаил что, бросает общаться с девушками, занимается терапией, а потом снова начинает общаться с девушками? Или как это вообще выглядит? Если это ему мешает общаться с девушками, да, вот на данном этапе, и если будет очевидно, что для него сейчас важно пройти вот эту психотерапию и общение с девушками, то есть он может с ними общаться, но насколько это будет соответствовать его целям каким-то важным, значимым, вот, то есть как он будет с ними общаться, и тогда я говорю, что вот есть... Разрешите, я поделюсь вот своими наблюдениями. Есть то-то и то-то, есть то-то и то-то. Мне кажется, что как вы смотрите на то, чтобы вначале проработать это, вот такие-то темы в психотерапевтическом модальности, а потом уже вернуться к коучингу. Вот, то есть мы это обсуждаем. Он может сказать, что зачем мне ваша психотерапия, знаете что, и в общем я пошел, но его право. Но я как специалист ему подсвечиваю это и обсуждаю это с ним. Поняла. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Итак, коллеги, доменная модель концептуализации. Модель концептуализации, как я уже говорила, она предложена была, создана, рождена в муках Дмитрием Викторовичем Ковпаком, Алексеем Юрьевичем Ёжиковым. Статья это есть, вот такая, да, про системный когнитивно-поведенческий коучинг. Потом ссылочку желающим я тоже пришлю в чате нашего вебинара, скорее всего, ну, либо через техподдержку. В чем она заключается, эта модель, кто не знаком? Возможно, кто-то уже знаком с этой моделью. То есть работа в коучинге происходит с тремя так называемыми доменами.
это желаемое состояние, это исходное состояние и домен варианты действий. Причем порядок вот системам когнитивно-поведенческом коучинге, вот он именно такой. То есть вначале мы работаем с желаемым состоянием, потом мы работаем с исходным состоянием, потом с вариантом действия. В каждом работа с каждым доменом, она предусматривает определенные и техники, и определенный фокус внимания, что мы делаем, на чем мы все-таки фокусируемся и подсвечиваем, да, это для клиента. Хотя мы здесь, как в коучинге, конечно, проявляем не директивность и идем за клиентом, но тем не менее все-таки держим эту вот идею, что в каждом домене есть свои какие-то задачи для каждого домена. Что в домене желаемое состояние происходит? Сейчас, секундочку. Сейчас у нас Михаил опять тут виртуальный появился. Сейчас я перейду. Во-первых, такие вопросы. Что должно случиться, чтобы ты знал, что это состояние наступило? Как ты поймешь, что оно наступило? Что ты будешь испытывать и делать в этом состоянии? Что еще важного в этом состоянии? Что это за долгосрочные последствия наступит, если это состояние сохранится? Здесь использоваться может вот тот самый волшебный или чудесный вопрос, кто знаком с терапией, с краткосрочной терапией, ориентированной на решение, тот прям увидит здесь, что эту технику чудесного вопроса можно здесь применять. Да? То есть говорим клиенту, представь, что вот это состояние сейчас наступило. Вот прям погрузись в эту картинку, что ты видишь, что ты чувствуешь, кто тебя окружает, какие мысли тебе приходят в голову, что ты делаешь. И потом уже задаем вопросы про долгосрочные последствия, если это состояние сохранится. Так, чтобы задача здесь какая? Чтобы клиент прочувствовал это, не просто вот он сказал, я хочу жениться, и все. А что тогда изменится в его системе? И мы рассматриваем как раз с точки зрения биопсихосоциальной модели вот этого клиента, его состояния. То есть, как он будет себя чувствовать физически, что он будет, какие эмоции будет испытывать, да, психологическое его состояние, какие мысли будут появляться у него в голове. Какие действия будет совершать, социальный аспект, биопсихосоциальная, да, модель, кто его будет окружать, что изменится тогда в его окружении. И, соответственно, вот вспомним про Михаила, он у нас тут выплыл опять, тот самый виртуальный наш спутник на сегодняшнем вебинаре. Напомню, да, то есть у него запрос понять, как достичь цели жениться на девушке, которая бы вышла замуж не из-за любви, не из-за моей успешности и финансовых возможностей, а из-за любви ко мне. И цель на сессии – понять, как выбрать такую девушку. Как вы помните, в коучинге очень важно, что будет являться результатом, с чем ты уйдешь с этой сессии. И результат он назвал такой для себя. Я выберу список признаков, по которым буду опознавать этих девушек. И второй, составлю план шагов вот для выбора такой девушки и знакомства с ней. Коллеги, вопрос. Попрошу ответить либо в чате, либо руку поднять. Какие бы вы вопросы бы задали Михаилу, работая с ним в домене «Желаемое состояние»? Вот человек хочет жениться, причем так, чтобы бескорыстная была спутница. Какие бы вы вопросы задали, работая в домене желаемого состояния? То есть это самый такой один из первых этапов, да, сессии после запроса. Какие есть идеи? Так, что-то в чате. Это я так просто комментарий написала. Угу. Так, Олег Зябликов, спасибо. Я еще уточняю, что другие люди говорят о тебе. Да, да, совершенно верно. Я поняла это вот про что спросить, да, у Михаила. Угу. Как вы поймете? Да, да, да.
Ага, спасибо большое. Как вы поймете, что девушка вас будет любить? Отличный, отличный вопрос, да. Прекрасно. Угу. Кто это сказал? Кто это написал? Откликнитесь. Марина, да? Ага. Отлично, спасибо. Спасибо, Марина. Замечательный, да, вопрос. Угу. Я бы еще тут добавила, как вы поймете, что она вообще бескорыстная, да, Хорошо, тогда вот я здесь написала те вопросы, которые, в принципе, можно задать Михаилу сейчас. Вот они высветятся. Что такого важного для тебя в том, чтобы выбрать в жены такую девушку? Да? А что еще? Как ты поймешь, что ты выбрал бескорыстную девушку? И вот Марина добавила, как ты поймешь, что она любит тебя. Какие действия ты будешь замечать? Что тогда будешь чувствовать? Представь, что она стала твоей женой. Как ты будешь себя чувствовать, вот когда, если она станет твоей женой? Что изменится в твоем окружении? Каким тебя будут видеть окружающие? Какие последствия будут для тебя, если рядом с тобой на долгие годы вот будет эта бескорыстная спутница жизни? И такой еще вопрос очень важный про готовность. Мы об этом еще поговорим отдельно. То есть могу я предложить тебе мысленный эксперимент? Закрой глаза, представь, что ты вот встретил эту бескорыстную, любящую тебя девушку, точно знаешь, что она любящая и бескорыстная, и ты женился на ней. Вот что ты сейчас чувствуешь? Какие у тебя есть чувства? И оцени по шкале от 0 до 10 свою готовность, собственно, к переходу в это состояние. Когда ты женился вот на такой девушке, бескорыстной и любящей тебя. И надо сказать, что ответы могут быть самые неожиданные. То есть может тот же самый Михаил, который вот так бодро и весело говорил про то, что ему нужна такая девушка, и вот он не хочет понять, где ему искать, как ему искать ее. И когда он представил себя уже женатым, хоть и с бескорыстной, и с любящей его девушкой, ему что-то сразу стало не очень. Он понял, что он готов, в общем-то, переходить в это состояние. Вот это нужно обязательно проверять. Следующий домен – это исходное состояние. Так, сейчас, секундочку. Что тут важно, работая с этим доменом? Определить адаптивные убеждения, поддерживающие желаемые изменения. Можно сделать СМЭР как ресурс, да, то есть… С опорой на сильные стороны. Определить убеждения, потенциально препятствующие желаемым изменениям. И тут уже СМЭР как препятствие. Определить ценности актора, релевантные желаемому состоянию, изменению. Синтез исходного состояния. То есть вопрос такой, мы с тобой обсудили твое текущее состояние, что ты чувствуешь прямо сейчас, когда думаешь о том, что ты встретишь там бескорыстную, любящую тебя девушку. Здесь что хочу сказать про убеждения. Сейчас, секундочку. Во-первых, напомню, что в коучинге мы работаем все-таки не с такими глубинными слоями, то есть глубинные убеждения мы можем в них заныривать, но надолго там не оставаться. Это вот важно помнить про это, потому что коучу, который проходит подготовку и работает уже дальше в когнитивно-поведенческом подходе, ему важно наработать такой навык оставаться в режиме, ориентированном на позитивные изменения. И как раз он предполагает, что мы работаем с мыслями, с автоматическими мыслями, мы работаем с промежуточными убеждениями, с правилами, условными предположениями и отношениями. Но в глубинные убеждения мы особо не идем, если только вот туда нырнем и вынырнем. Ну, для того, чтобы концептуализировать, а дальше посмотреть, насколько это нам понадобится в дальнейшей работе, насколько это будет актуально. СМЭРы – замечательный инструмент, всем известный, кто в когнитивно-поведенческом подходе работает в нашей ассоциации, учился это
протокол номер один, который разработан Дмитрием Викторовичем Ковпаком. И здесь мы его тоже, конечно, применяем. Но если в терапии мы его применяем как обязательный инструмент, то здесь мы ориентируемся на клиента и предлагаем этот инструмент, спрашивая, в общем-то, ну, насколько это будет полезно для него, да, насколько будет это вот его такое, ну, готовность к тому, чтобы попробовать вот этот инструмент. Какие бы вопросы можно было бы задать Михаилу, работая с доменом «Исходное состояние»? То есть это о чем, да, исходное состояние? Еще раз, что сейчас с тобой, какая сейчас ситуация с тобой происходит, что было с тобой в прошлом? Что ты можешь, на что ты можешь опираться, исходя из своего опыта, для того, чтобы приблизиться к желаемому состоянию? Или что тебя из твоего опыта настоящего или прошлого отдаляет от желаемого состояния? Тут вот как раз убеждения, вот они концептуализируются. И такие, и такие. Есть какие-то идеи? Ну, давайте я предложу тогда те вопросы, которые могли бы здесь быть, возможные вопросы, да, насколько ты отдален от, во-первых, про отдаленность, насколько ты отдален от того, чтобы выбрать такую девушку, как тебе кажется, что тебе поможет выбрать такую девушку, что происходило раньше, что привело тебя в исходное состояние, вот Михаил отвечает. Что было раньше? Были девушки, которые только требовали денег. Бывшая жена забрала все или почти все и ушла к другому. Что ты испытываешь и делаешь в исходном состоянии? Ответ. Когда попадаются такие девушки, хочется вообще ни с кем не знакомиться. Что происходит с тобой прямо сейчас в ходе разговора? Злость. Вот... Здесь же, в этом же, при работе с этим же доменом, мы проводим еще анализ плюсов и минусов исходного состояния. Мы оцениваем последствия долгосрочные и краткосрочные, как позитивные, так и негативные. Если клиент остается в исходном состоянии, и если клиент переходит в желаемое состояние, то есть с ним это обсуждается с помощью коучинговых вопросов, либо с помощью вот предлагаемого инструмента, такой таблички, анализ плюсов и минусов. Работа с доменом варианты действий. Вот это уже непосредственно про действия, да? То есть задачи какие? Спланировать конкретную последовательность шагов или смен состояния в направлении желаемого состояния. Проверить, желательны ли и последствия изменений. Определить спектр поведенческих экспериментов. Определить готовность к выполнению шагов. Проверить, изменился ли образ желаемого состояния. Вопросы какие тут могут быть? Что должно произойти, чтобы ты мог начать делать то-то и то-то? Да, уже какие-то шаги. Что ты планируешь делать, чтобы оказаться в желаемом состоянии? Что должно произойти, чтобы? Что еще произойдет в результате этих действий? Еще хочу обратить ваше внимание на модель стадийных изменений – автора Прохаска Деклемента, есть книга, которую тоже я рекомендую, это «Психология позитивных изменений» вот этих авторов. Посмотрите, там она очень, в общем-то, полезная книга. И, насколько я помню, Алексей Ёжиков будет проводить вебинар как раз вот на эту тему. Поэтому я немножко основные идеи расскажу, что идея какая? Что человек, когда проходит каким-то
какие-то изменения происходят в его жизни, он должен пройти вот определенные стадии. В коучинге изменения, которые в коучинговом процессе происходят, благодаря коучинговому процессу, то же самое. И если он проскочит какие-то стадии, например, если он находится еще на стадии отрицания или сопротивления изменений, то есть не готов, да, по сути, еще, а коуч будет предлагать уже ему, например, действия какие-то планировать, то это не принесет особого, ну, какого-то положительного результата. Во-первых, даже если действия будут какие-то осуществлены, это будет неустойчивый характер носить, сохранить вот это новое будет очень сложно, и ну, могут быть откаты, либо вообще эти действия могут быть не предприняты. Поэтому очень важно пройтись и оценивать на каждом этапе коучинга, оценивать вот эту готовность. Здесь вот даны такие приблизительные оценки этой готовности по шкале от 0 до 10. То есть отрицание, если готовность от 0 до 3, размышление от 4 до 7, подготовка от 8 до 10. Важно понимать, на какой стадии находится клиент. На какой же стадии находится Михаил? Михаил был готов к изменениям в своей жизни, но пока у него не было четкого понимания, как их достичь, то есть что нужно. То есть это стадия в коучинге выяснилось, что это все-таки соответствует стадии подготовка. И, соответственно, в стадии подготовки это фокус на подготовительных действиях для перехода в стадию уже действия. Есть еще варианты оценивать стадию готовности, ну, степень готовности. Помимо шкалирования еще можно это определять с помощью предлагаемых вопросов. Ну, например, девушка хочет выйти замуж в ближайший год, то есть до 28 июля 2024 года. Для того, чтобы определить этап готовности к изменениям, на котором находится клиентка, можно задать вот такие вопросы. Например, настроены ли вы выйти замуж до 24 мая 2024 года? Готовы ли вы, второй вопрос, готовы ли вы выйти замуж уже через полгода. Если вопрос и первый, и второй нет, то это стадия какая сопротивление изменениям. То есть она только декларирует, что она хочет выйти замуж, но на самом деле ничего она не хочет. Ну, по крайней мере, не готова еще к этому. Размышления. Если на первый вопрос, например, да, на второй вопрос нет. И подготовка – это когда уже и на первый, и на второй вопрос ответы положительные, это значит, что ну, девушка уже, в общем-то, готова работать над подготовкой действий своих для осуществления, для продвижения к своей цели. Структура сессии, коллеги, остановимся немножко на структуре сессии. Здесь дана структура однократной сессии. Мы ее предлагаем вот такую структуру в когнитивно-поведенческом системном коучинге, в КПКС. Предсессионная фаза может быть, ранняя фаза сессии 10 минут. Это установление коучингового альянса, формирование запроса. Средняя фаза, да, начинка такая, это как раз цикл желаемое состояние, исходное состояние и варианты действий. Обсуждение следующих сессий. И завершение сессии 5 минут. Опять же, на курсах мы это более подробно об этом, естественно, рассказываем и тренируемся для того, чтобы укладываться в соответствующий тайминг, чтобы идти по вот такой структуре сессии. Поговорим немножко о когнициях. Ключевые аспекты работы с доменами. Вот еще раз, да, подрезюмируя, хочу обратить ваше внимание, что здесь очень важно. При работе в каждом домене мы способствуем концептуализации клиентам когниции и паттернов поведения как помогающих приблизиться к желаемому состоянию, так и отдаляющих от желаемого состояния. Далее мы применяем психо-биопсихосоциальную модель.
То есть в каждом домене мы задаем вот эти вопросы. Как ты себя ощущаешь? Какие телесные ощущения происходят, если ты переходишь вот уже... если ты думаешь о желаемом состоянии, кто тебя окружает, что думают, что говорят о тебе другие люди, если представить, что ты уже в этом состоянии, какие мысли, чувства, какое поведение появляется в этом состоянии. Работаем с ценностями. Работаем с ценностями, во-первых, в домене желаемое состояние, то есть когда мы задаем вопрос, почему для тебя это так важно, каким я хочу быть, например, в отношениях, что такого важного в них. То есть мы говорим, вот касаемся ценностей обязательно. При определении когниций мы те способствующих переходу в желаемое состояние, мы делаем технику «Взлетающая стрела», и опять же мы исследуем, помогаем, сопровождаем, вернее, клиента в исследовании своих ценностей. Потребности, то есть какие потребности я хочу удовлетворить, находясь в отношениях. Это тоже те важные вот, ключевые моменты, о которых стоит, ну, не нужно забывать. Вернее, не то, что не нужно, а о них нужно все время помнить, скажем так. Так, коллеги, ну, немножко пройдемся по таким типичным когнитивным искажениям и промежуточным убеждениям, которые могут возникать у клиентов, с которыми вы можете столкнуться и уже сталкиваетесь в своей работе, кто работающий специалист. Ну, когнитивные искажения, они и в теме отношений тоже обязательно присутствуют, этой катастрофизации, дихотомическое мышление, навешивание ярлыков, сверхгенерализация, должествование и так далее. Если говорить про конкретные промежуточные убеждения, то касающиеся отношений, то, например, если он не хочет того же, что и я, значит, он меня не любит. Если я не получаю постоянных, сильных, позитивных эмоций в отношениях, значит, эти отношения плохие. Я вот сейчас пишу, привела примеры из своей практики работы с клиентами. Если парень меня ревнует, значит, он меня любит. Или наоборот, если парень меня не ревнует, значит, он меня не любит. Если мужчина очень любит своих родственников, значит, он недостаточно любит меня. Вот напишите, пожалуйста, в чате плюсики поставьте кому-то вот из этих убеждений, кому-то с кем-то приходилось встречаться в своей практике. Ага, вижу плюсики, да. Спасибо. Угу. Да, то есть это, значит, не только у меня клиенты с такими убеждениями. Хорошо. Теперь убеждения в виде правил отношений допущений на стадии определения мотива. И это, как правило, работа в домене желаемое состояние. Если у меня нет пары, я буду несчастна. Если у меня нет пары, я неудачник. Если я не выйду замуж, меня будут осуждать. Стыдно быть одиноким, одинокой. Новые отношения меня излечат от неудачных прошлых отношений. Если я выйду замуж, я не буду одинока. Или если я не выйду, я не справлюсь с тяготами жизни. Если я выйду замуж, мне не будет скучно. Будет весело и интересно. Вот тоже, если можно, поставьте в чате крестики, плюсики, если вот кто-то сталкивался с такими убеждениями клиентов своих. Угу. Я, правда, не вижу, это старые плюсики или по отношению вот к этим убеждениям. Проверка убеждений. Да, тут можно с клиентом говорить об этом. То есть какие из мотивов для замужества женитьбы можно реализовать другими способами? То есть если речь идет о том, что я выхожу замуж для того, чтобы мне было весело или постоянно радостно, то
поисследовать, какие еще способы вообще могут быть, кроме замужества. Обязательно ли это решается именно с помощью замужества? Убеждение в виде правил отношения допущения на стадии определения образа избранника. Это тоже, скорее всего, работа в домене «желаемое состояние». Он должен обладать всеми качествами, которыми есть в моем списке из там, 48 пунктов. И если он не обладает качеством номер 8 из моего списка, то он неподходящий кандидат. Какой может быть здесь более функциональный подход? Ну, например, список, без чего я совершенно не могу обойтись, с чем я совершенно не могу согласиться, не нравится, но я могу с этим как-то да, адаптироваться к этому. Чем уходить вот в такой какой-то очень жесткий, такой негибкий подход к выбору спутника жизни. Каких при определении того, каких я хочу отношений? Любовь должна быть безусловной или наоборот, любовь нужно заслужить. В хороших отношениях людям должно быть всегда легко друг с другом. В наших отношениях не должно быть места ревности. Если меня не ревнуют, значит, не любят. Другой, да, здесь уже такое предположение. Мы все время должны быть вместе. Она всегда и все время должна заботиться обо мне. Он всегда должен быть готов к сексу. Она во всем должна слушаться меня. Если меня сейчас в нем что-то не устраивает, то ради любви партнер обязательно изменится. Я смогу его переделать. Если я не вышла замуж в юности, то шансов у меня нет, так как всех хороших уже разобрали щенками. В своем возрасте, семейном, финансовом положении, со своей внешностью и так далее, я никогда не найду хорошего мужчину. Вот такие убеждения, очень такие неполезные для построения отношений. Часто вот они тоже присутствуют у клиентов. Какая я в этих отношениях? Это тоже может быть в домене желаемое состояние. То есть какой я хочу быть? Я всегда должна быть в прекрасном настроении. Я чувствую заботу партнера каждую минуту. Я прекрасная хозяйка, вызывающая всегда восхищение и благодарность супруга. Достаточно выбрать партнера, а он меня должен полюбить такой, какая я есть. Убеждение в виде правил отношения допущения на стадии знакомства. Работа может быть в домене варианты действия. Женщина не должна знакомиться первой. Если у меня бабочки в животе, то этот человек мне точно подходит. Если она моя начальница или наоборот подчиненная, я не должен за ней ухаживать. Если он мне понравился, то он должен меня полюбить. Если он мне понравился, то точно я ему не понравлюсь. Если я выскажу свое мнение, отличающееся от мнения парня, мужчины, он от меня откажется. Главное чувство, остальное все неважно. Если что-то прояснять, то это охладит наши чувства и ухудшит отношения. Если бы он узнал меня настоящую, то сразу бы отказался от меня. Уже когда люди вместе, когда это уже отношения такие на стадии уже сближения, либо уже близких таких устойчивых отношений. Если он меня любит, у него должны быть такие же мысли, мнения. Если он меня любит, он выполняет все мои просьбы. Если возникают трудности, значит, это неверный выбор. Если в отношениях нет легкости в начале, ну, это про начало, да, то ничего хорошего не выйдет. Если она любит, то не должна никогда злиться на меня. Мой партнер только со мной испытал самые яркие сексуальные ощущения и эмоции в жизни. До меня мой партнер никого не должен был любить. Только моя внешность должна вызывать интерес у моего партнера. Для него мое мнение важнее, чем мнение друзей, родителей. Мои интересы для него должны быть в приоритете. Вот коллеги поделилась с вами своими наблюдениями, теми убеждениями, списком, да, таким, он, конечно же, не конечный этот список, но что я наблюдала в работе в теме отношений. Так. Ну, и нужно учитывать, конечно, правила, которые допущению и
прочие убеждения, которые вынесены из родительских семей. Ну, например, молодые должны рассказывать, делиться все родителям. Партнер не должен быть важнее мамы. Людям нельзя доверять. Ссоры и споры ведут к раздору, к разводу. Инструменты и техники когнитивно-поведенческого коучинга отношений. Подробно эти все техники мы, опять же, разбираем, естественно, на соответствующих обучающих курсах, образовательных программах. Я сейчас обозначу тезисно, вот какие вообще техники могут быть использованы. Ну, во-первых, все когнитивные техники, которые есть в КПТ, поведенческие методы, техники эмоциональной регуляции из ДБТ, техники из терапии принятия ответственности, имагинативные техники, арт-терапевтические техники, но обязательно с дальнейшей когнитивной обработкой. Метафорические ассоциативные карты, опять же, с дальнейшей когнитивной обработкой. Техники из схемотерапии, работа вот с режимом детским, родительским, копинг-режимами и разговор на стульях, либо разговор с каким-то там с внутренним ребенком. Это тоже можно, но обязательно это нужно дальше подвергать вот когнитивной обработке и обсуждать это с клиентом. Домашние задания. Техники системной семейной терапии. Я здесь уже не расписывала, потому что это все есть тоже в моей статье. Это и генограммы, это и циркулярное интервью, и тот же СМЭР, вот форму я прикладывала, адаптировала ее для работы с парами в коучинге. Техники, применяемые в различных направлениях профессионального коучинга. Это колесо баланса, техника, стратегия Уолт Диснея, пирамида логических уровней, мозговой штурм, формула перемен, смарт, свот-анализ, индивидуальный для пары, четырехпозиционная модель Декартовых координат, матрица Эйзенхауэра, модель Т, психообразование, обучение когнитивной модели. То есть мы вводим, да, вот эту когнитивную модель на определенной стадии коучинга. Без этого никак. Знакомство с законами параметров функционирования семейной системы. Знакомство, необходимое и достаточное с психологией отношений, гендерной психологии. Начиная с первой сессии, важно ориентировать клиента в системном когнитивно-поведенческом коучинге. У нас клиент называется актором, поэтому здесь вот еще осталось, я оставила это название. Ориентируем на его когнитивную оценку событий, эмоциональных и поведенческих реакций. Коллегия. Про Михаила. Вот он, наш замечательный виртуальный Михаил. Что хочется про него сказать? Что с помощью продолжения работы в коучинге он, наконец, перешел в стадию действия. Ура! И с большой степенью уверенности можно сказать, что он придет к своей цели, к своему желаемому состоянию. Я предлагаю в конце, да, в завершение, перед тем, как я послушаю ваши вопросы, и вы поделитесь своей обратной связью, предложить вам технику «Четыре сезона любви», но используемая эта техника именно для коучинга. Я думаю, что книга и книги Гэри Чепмана знакомы многим, и цель использования в КПК вот этой техники – это работа с убеждениями. Если есть такое убеждение у многих партнеров, что если сейчас мы отдалились друг от друга, это значит, что наши супружеские отношения исчерпали себя, и все хорошее уже закончилось. И для того, чтобы все-таки расшатать немножко это убеждение, помочь им посмотреть более, ну, занять некую метапозицию в отношении своих отношений, извините за тавтологию, вот может быть использована такая техника. То есть мы говорим о том, что супружеские отношения не один раз меняются в течение совместной жизни и не раз переживают смену сезона. Тест такой. Нужно выбрать в каждом ряду то состояние, в котором чаще всего вы находитесь за последние месяцы, поставить галочку в соответствующей позиции.
А далее посчитать количество галочек в каждом столбце, небольшое количество, наибольшее количество будет определять сезон, в котором сейчас находится ваш брак. Вот такая табличка, это мини-такой, она краткий вариант вообще той таблицы, которая предлагается в книге. И если есть желание, вы можете вот заполнить для себя, то сделать такую шахматку 4 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 10 на 4. И поставить галочки, проходясь вот вдоль этих рядов. Поставить галочки в этой шахматке там, где вам кажется, вот в той позиции, которая наибольшим образом соответствует вашему состоянию за последний месяц. Это уже разгадка. Есть ли желание сейчас это сделать, или вы можете это сделать и иметь в виду, что такую технику можно использовать в коучинге, а посмотрите эту книгу и пройдете тест уже дома. Коллеги, напишите в чате плюсики, если хотите сейчас сделать. Так, плюсиков я не вижу. Ага, минус. Плюс-минус. Угу. Ну, плюсов активных я не вижу. Тогда вот ссылочку я дам. Имейте в виду, вот, что можно это использовать тоже, да. И ссылочку я дам вам на эту книгу, кто не знаком с ней. По каждый столбец означает вот сезон: зима, весна, лето, осень. И, соответственно, итог по столбцу, который, где набрано большее количество галочек, вот будет он соответствовать совершенно сезону, в котором находятся ваши отношения. Но это еще не все, а дальше это нужно выносить на уровень обсуждения и задавать, обсуждать в паре, что их привело к этому, да, вклад каждого партнера в то, чтобы оказаться в этом сезоне отношений, и что они могут сделать, и каждый из них, для того, чтобы перейти в более радостный и теплый сезон. Коллеги, мы почти уложились. Спасибо вам большое. Сейчас я прошу вас и Владимира тоже озвучить какие-то вопросы, если они в чате есть. И можно голосом задавать тоже вопросы. Если вы не против, вот на 5 минут мы задержимся для ответов на вопросы. Те, кому нужно уже уходить, я не имею права, не смею вас задерживать. Моя ответственность укладываться в тайминг. Но у кого есть желание позадавать вопросы, с удовольствием отвечу. Да, Елена, пожалуйста, Елена Синельникова. Во-первых, огромное спасибо. Очень было интересно, полезно, очень много всего нового. А во-вторых, вот такой вопрос. Вот, предположим, мы выявили у условного Михаила такие убеждения. Например, ну это я выдумываю сейчас, без денег я никому не нужен, никому нельзя доверять. Вот мы выявили, что у него там, например, проблемы с доверием, там какие-то проблемы, например, в эмоциональной сфере. Он может, тем не менее, оставаться в коучинговом формате? И тогда что мы будем делать вот с этими убеждениями, которые почти, ну... Конечно, мы можем в коучинговом формате оставаться. Эти убеждения, вот если они выявлены были, дальше мы можем задавать коучинговые вопросы. То есть, а что, вот смотри, ты сказал то-то и то-то, да, а что ты думаешь по этому поводу? Как тебе то, что ты вот думаешь вот таким образом? То есть мы задаем вопросы и для того, чтобы запустить вот эту вот рефлексию, да, чтобы он сам, возможно, захотел что-то по-другому посмотреть на это и подвергнуть это сомнению. Если в терапии это делается более директивно, то есть вот выявили
это убеждение, начинаем уже по протоколу, соответственно, задавать вопросы для того, чтобы подвергнуть сомнению эти убеждения. Здесь мини-директивно это делается, то есть это подсвечивается, и дальше задаются вопросы, что он думает по этому, как его, каково ему это. Вот жить с такими убеждениями, например. Елена. Да, спасибо большое. Да, спасибо, Елена, за обратную связь и за вопрос. Да, Марина, пожалуйста, Корепанова. У меня такой вопрос. Каким образом отслеживаются результаты клиента, учитывая, что некоторые запросы связаны там выйти замуж, жениться, там, купить дом в отдаленном будущем? То есть необходимо ли нам настаивать на том, чтобы вести клиента до конкретного ощутимого результата? Угу. Да, спасибо большое за вопрос. Здесь в коучинге как происходит работа? Если клиент говорит, например, да, я беру пример, вот, который вы привели, например, я хочу построить дом. Да, это замечательно. Это вот его, у него есть такая цель. Но он пришел в коучинг для чего-то. И мы как раз задаем этот вопрос. А что ты хочешь от нашей работы с тобой? Что ты хочешь получить, да, в коучинге? То есть явно не дом построить. Он хочет за сессию, например, со мной, или там даже за несколько сессий. Тогда что? Что ты хотел бы? И он говорит, я хотел бы, допустим, какие-то для себя понять, ну, этапы, вот что бы я мог сделать, да, для того, чтобы построить потом дом. Хорошо, но это тоже еще не все. А мы, поскольку результат должен быть измеряемым, и должны быть определенные сроки, то мы задаем вопрос, во-первых, ну, про дом мы спрашиваем, да, тоже, когда ты хочешь этот дом построить, чтобы конкретизировать эту вот цель. Но про сессию мы говорим, а как ты поймешь, что вот, что ты результат этот получил на сессии? Вот что будет тогда для тебя? Ну, вот он может сказать, вот у меня будет бумажка, мои записи, в которых я поэтапно распишу, как я буду строить этот дом. Ну, например, да, то есть мы очень спрашиваем здесь очень дотошно, какой ты хочешь получить, что ты хочешь от сессии, то есть зачем пришел, с чем хочешь уйти, что ты хочешь непосредственно от нашей работы и как ты сможешь это измерить. Да, есть какие-то, конечно, результаты, которые, ну, они, их сложновато линейкой измерить шкалой, но тем не менее... Мы к этому стремимся, чтобы это было что-то конкретное, что можно было отследить. Ты получил результат или не получил? То есть правильно я понимаю, что есть вопрос, запрос клиента, клиентский запрос, и есть запрос коучинговый конкретно на эту сессию или на несколько сессий? Есть цель клиента, которая может выходить за рамки работы с коучем. Вот как, например, да, дом построить. Но есть еще такие варианты, когда, например, есть контракт на коучинг, когда мы работаем с тобой до вообще практически до завершения, вот, когда ты придешь, мы сопровождаем буквально до постройки дома тобой. И там, ну, это явно не одна сессия, там уже вот соответствующий контракт заключается. Такой тоже может быть, но мы четко оговариваем. То есть мы с коучем не дом строим, а что ты хочешь именно от работы с коучем для того, чтобы я построил дом. Спасибо огромное и за лекцию, и за ответы на вопросы. Спасибо, Марина, большое. Спасибо вам за активность. Спасибо большое. Так, есть, я сейчас, пока вы готовите вопросы, хочу сказать, ну, небольшую информацию, да, что планируется, во-первых, интенсив курс КПК отношений, и можно вот в
чате, либо здесь, в Zoom, либо в чате вебинарной платформы. Предварительная запись ведется, но есть вот ограничения до 17 человек. Что там на курсе? Отработка навыков и компетенций коуча КПК в теме отношений, отработка навыка удержания режима, ориентированного на позитивные изменения, концептуализация, работа с формой концептуализации, где объединены доменные модели, когнитивная карта, применение техник, работа в тройках, пир-коучинг по теме отношений с участием модератора и специальный чат в Телеграм-канале. И я возвращаюсь опять к ответам на вопросы. Кто хочет еще задать вопрос, либо Владимир поможет прочитать то, что написано в чате, буду признательна. Так, пока я вопросов не вижу, я, оказывается, и сама могу прочитать. Владимир мне дал такой доступ к этому чату. Так, Юрий Мысин, да, пожалуйста. Да. Добрый день, меня слышно нормально? Да, да, Юрий, да, слышно, да. Спасибо. Добрый день, да, Юрий, я работаю пока по методологии ICF, я вот присматриваюсь к когнитивно-поведенческому подходу, и мне сегодня понравилось, как вы четко все объяснили и показали нам примерно, какой запрос коучу, какой терапевту, какой можно вместе. И мне понравилось, что вы сказали, что лучше разделять коучинг и терапию, потому что я в последнее время часто вижу, что специалисты совмещенные, и действительно, что делать просто коучу, когда есть коуч-психолог, который ты к нему пришел, и ты с ним как бы все сразу проработал. Вот, мне это все понравилось. И у меня такой вопрос, я просто учился только ICF, и нам... Как бы, в принципе, у меня в голове так отложилось, что работа с коучем, она не длительная. И вот мне интересно, что можно делать, например, год с парой в коучинге по КПК, целый год. Спасибо, Юрий, за обратную связь, во-первых, да, за такую позитивную, и, во-вторых, за вопрос, за вашу активность. СПА, да, я тоже, как вы видели, говорила, что я тоже, у меня подготовка по стандартам ICF, и действительно могут быть долгосрочные контракты с парой, если я с ними, честно говоря, не сталкивалась, но я предполагаю, что такие запросы могут быть. Я работаю с парой полгода. Вот с одной есть у меня такой прецедент. Больше полугода. И мы работаем именно в коучинге. Что там, какой запрос? Найти взаимопонимание. Да, и как, соответственно, мы определяли определяли результаты, как они поймут, что они достигли взаимопонимания. Есть там несколько критерий, которые они для себя выбрали. И вот, ну, к сожалению, или этот процесс, он занял не одну сессию. Как я сказала, мы работаем более полгода над этим. Вот пока взаимопонимание, оно, динамика есть, но пока еще того взаимопонимания, которого бы они хотели, которое для них было бы удовлетворительно, пока к этому мы не пришли. Они не пришли, поскольку это коучинг. Вот. То есть вот такой запрос из моей практики. А вы с ними работаете по методологии вот, когнитивно-поведенческой? Да, да, да. Угу. Что интересно, как это, что там делать? Столько времени, просто действительно сложно как-то мне это представить. Полгода, раз в неделю вы встречаетесь? Да, да. Угу. Ну, то есть, получается, они сами ставят цель, вы с ними обсуждаете результат, почему у них ничего не получается? У нас был запрос, контракт на вообще, да, на коучинговое наше взаимодействие, вот, которое состоит из сессий, из какого-то периода сессий. И каждый раз мы еще ставим, естественно, цель, они определяют на сессию, естественно. Mm-hmm. И результат, который бы они хотели, с которым хотели уйти с этой сессии.
Но, естественно, эти запросы на сессию, цель на сессию, они, конечно же, в контексте вот этой цели, которая на коучинговый вот процесс. Угу. В любом случае, интересно, потому что пока непонятно, может, там какие-то есть техники КПК, там конечно, развитие конечно, каких-то навыков. Конечно, там. Конечно. Да, то есть я вот, когда про техники рассказывала, говорила об этом, что это не коучинг, это все-таки да, не директивный по сравнению с психотерапией модальность, но, например, мы можем включать по согласованию с клиентом какой-то обучение каким-то навыкам, которые мешают вот этому тому самому, например, взаимопониманию. Да? И если, или если запрос на то, чтобы они мирно решали какие-то разногласия, при том, угу. что они, в принципе, неплохо живут, но им бы хотелось вот из благополучного состояния достичь еще более благополучного состояния. И вот как-то без шероховатости, чтобы это все проходило. Ну и тогда, да, мы эти навыки тоже уделяем им внимание в коучинге. И это навыки уверенного поведения, это навыки решения проблем, эффективной коммуникации. Все это может быть. И на это тоже может уходить время, выделяться время. Понятно. Вот последний вопрос такой маленький. А вы изначально с ними обговорили какое-то количество сессий или как вы с ними вот изначально вот договорились? Мы с ними договорились. Вначале вообще была договоренность на месяц. Потом мы уже контракт оговаривали по тому, что происходило в течение вот этих. Было вынесено на уровень обсуждения и была такой... переконтрактация уже. Так, у кого звук включен? Коллеги, посторонние звуки. Нет, это не у меня, спасибо большое. Да, я поняла, что это не у вас. Да. Спасибо. Да, пожалуйста. Так, коллеги, какая стоимость курса, сколько часов, сколько раз в неделю? Про стоимость еще неизвестно, Елена. Сколько раз в неделю это будет? Сейчас формат еще обсуждается, скажем так. Сейчас нам нужно понять предварительно, сколько будет желающих, сколько будет участников. И уже тогда можно будет более конкретные примет очертания, вообще и формат, и вот количество встреч в неделю. Елена, да. Елена, спасибо. Она написала в чате. Благодарю за сегодняшний вебинар. Много для себя отметила. Вы вынуждены покинуть. Да, уже время. Хорошо. Если так, Наталья, да, пожалуйста. Я еще раз хотела уточнить вот про интенсив. Я видела ссылку на семейную КПТ детско-родительских отношений. Вот, а интенсив я вот не нашла. Где его искать? Его анонса пока нет, поэтому мы собираем заявки пока вот в чате. Потом уже будет здесь анонс. Здесь писать который... в чате? Либо здесь, вот я написала, либо здесь в чате, потом техподдержка передаст тогда, да, вот желающих. Либо в чате вебинар на платформе BCBT, куда вы переходили, где событие вот это, наш вебинар. Uh-huh. Вот там в чате тоже можно написать. То есть можно здесь, можно там. Uh-huh. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы? Если можно, я еще один да, вопрос. Да, конечно, Наталья. Просто, ну, знаете, как бы сейчас, ну, так, задним числом уточню. То есть я клинический психолог, и в основном работаю именно с клиническими пациентами,
И это как раз я написала о том, что клинически многим пациентам очень часто именно вот такой подход коучинга нужен. Uh-huh. И даже на супервизии мне как раз говорили, что, ну, так как бы, ну, с упреком, что это, ну, больше на коучинг похоже. Вот, поэтому я действительно заинтересовалась коучингом, то есть я так поняла, что я действительно часто работаю в какой-то такой манере, при этом не зная даже, ну, что такое uh-huh. коучинг. Вот, ну, просто, допустим, если это какое-нибудь шизотипическое расстройство, там бесполезно заниматься какой-то психотерапией, да, ну, да. Не нужно это все. Вот, это вот раз. Mm-hmm. То есть мне интересен коучинг. И мне интересна семейная терапия, то есть, ну, вообще, вот именно отношения. И вот, что называется, хоть разорвись. И я бы хотела узнать еще, ну уточнить, в чем существенное отличие между семейной терапией и коучингом отношений. Вот, ну, прям вот самые ключевые. Ну, то есть это именно отработка навыка, да, коучинг. А в семейной терапии, ну, это я вас задаю вопрос, ну, так как я не знаю семейной терапии как таковой, вот, а семейная терапия, мне кажется, что в семейной терапии, по идее, тоже коучинг должен быть. Или я ошибаюсь? Есть коучинг, вот вы видели, да, коучинг пар семейных, есть коучинг отношений, то есть... В чем разница? Вопрос ваш, в чем разница с когнитивно-поведенческой терапией семейной? Да. Ну, об этом мы говорили выше. Я об этом рассказывала, да, уделила какое-то время как раз ограничению. Именно семейной, потому что, ну, в чем терапия? Я именно про семейную и говорила, что если говорить, ну, так, коротко, да, то есть мы не уходим... в глубинные убеждения партнеров. Причины. В глубину мы, вот в глубинные вот эти слои мы только заныриваем, но не остаемся там надолго, чтобы, например, вот заниматься какой-то трансформацией этих глубинных убеждений. По запросу самому. То есть если это какие-то, ну, какая-то дисфункциональная семья, где невыносимые отношения, которые длятся очень давно, то это явно стоит идти в когнитивно-поведенческую терапию семейную. Если это все-таки вот, больше запрос на развитие, на то, каким бы мы хотели быть, вот, более понимающими, более, может быть, эффективно общающимися. Может быть, мы хотели бы решать какие-то вопросы вместе или создавать что-то вместе, а пока не находим этой возможности, не видим, да, этих ресурсов у себя или способов идти туда, куда нам хочется вместе, например. Это больше запрос на когнитивно-поведенческий коучинг. Если говорить про инструментарий, то он очень... Ну, используются те же техники, если говорить про когнитивно-поведенческие. То есть это и плюс из системной семейной терапии. Угу. Это и генограмма, это циркулярное интервью. Если говорить про когнитивные, то это двойной СМЭР и так далее. Угу. А еще тогда такой уже коучинговый вопрос, ну, для себя. Скажите, вот, ну, как бы вы посоветовали, с чего, например, начинать, да, вот, ну, осваивание семейной, не знаю, работы с семьей, так вообще, вот, то есть с чего было бы, ну, целесообразно? Ну, смотря что вы, какую задачу для себя ставите, вы хотите работать именно семейным терапевтом, вы хотите работать вот с какими клиентами, с какими запросами вы хотели бы работать, как семейный терапевт? Я вообще, ну, до семейного терапевта, мне кажется, мне далеко, так как я, ну, работаю с клиническими, просто вот как, ну, с личностью, как правило. Да. Вот. Но частенько возникает ситуация, когда, ну, проблемы в семье выплывают, да, на повестку дня. Вот, и мне нужна какая-то подкованность дополнительная.
И я вот, ну, уже думаю частенько о том, чтобы где-то получить знания, но не могу до конца понять, куда мне, ну, с чего начать. Вот, то есть вот так вот, чтобы прям семейную терапию, мне кажется, это долгий путь, и, ну, почему и нет, если, может быть, когда-нибудь я к этому приду, лет через 10, вот, но вот пока я вот в основном работаю с клиническими пациентами, ну, с клиническими. Я даже, честно говоря, затрудняюсь тут вам дать какой-то совет конкретный, потому что нужно понимать все-таки, вот, что вы хотите от этой подготовки, какой, да, вот, коучинговый вопрос, какой результат вы хотите получить, во-первых, после этого обучения, в процессе этого обучения, и что вы с этим результатом хотите дальше делать, вот как его использовать, для чего. Вот попробуйте ответить на эти вопросы, да, что я буду, вот, и что я хочу, где применять хочу полученные знания, навыки, умения. Ну, например, я работаю, вот ко мне приходят мне там знакомые психиатры, иногда меня отправляют именно на семейную терапию клиентов, маму с дочкой там, или всю целиком семью. И я работаю именно как семейный там, терапевт с ними. Если это какие-то запросы, вот, не требующие проработки такой очень глубинной всей семейной системы, исследования там всех историй семейной, иерархии семейной, для того, чтобы, ну, где меньше вот этой дисфункции, то я работаю, да, как коуч семейный. Но я работаю с парами, правда, с семьями я не работаю, как коуч с парами в когнитивно-поведенческом подходе. Я получила ответ на вопрос. Спасибо, я поняла. Да, пожалуйста. Коллеги, кто-то остался здесь? Еще уже время много, к сожалению. Простите, что мы задержались. Если нет уже вопросов, если все вопросы закончились, и тогда... Я вас еще раз хочу поблагодарить за вашу активность, за то, что вы пришли на вебинар. Если кто-то хочет поднять руку, что-то сказать, пару добрых слов спикеру, буду вам признательна. Ну или каких-то других. Любая обратная связь, она ценна. Коллеги. Коллеги, ау. Так, Наталья Самсонова, да, вижу. Спасибо, спасибо огромное, очень интересно и полезно. Большое спасибо. Угу, в чате, да. Наталья, да, вижу вас. Наталья Варшавер, вижу, да. Да, спасибо вам большое за обратную связь, за активность, за то, что вы пришли. Пятница, конец недели, но вы сделали это. Спасибо вам большое и всего вам доброго. Тогда до новых встреч, остаемся на связи. Буду рада вас видеть и на мероприятиях АКПП, и в чате в нашей секции коучинг. Переходите в нашу, вступайте в ряды. Я тут такой, да, агитка такая. Вступайте в ряды секции коучинга КПП. Это можно сделать, подав заявку. И дальше уже мы, как совет секции коучинга, приглашаем на собеседование для того, чтобы вот познакомиться с вами, если вы захотите вдруг стать участниками секции коучинга. Хорошо, все, коллеги, я останавливаю презентацию. Вот, всех я, кто тут с открытыми еще окошками, я вам говорю до свидания и до новых встреч. Все, заканчиваем, Владимир, заканчиваем тогда
нашу встречу. Да, до свидания, спасибо. До свидания, спасибо большое.